Беларусьбанк будет выпускать платежные карты Union Pay. Это сейчас наиболее заметная альтернатива популярным Visa и MasterCard. Меморандум о взаимопонимании с крупной китайской компанией, которой принадлежит платформа Union Pay, белорусский банк подписал сегодня. Сначала платежные карты примут в оборот, то есть их можно будет обслуживать в Беларуси, затем в стране наладят выпуск. Для подписания важного стратегического документа в Минск прилетел глава совета директоров Union Pay International. Эта компания продвигает платежную систему за пределами Китая. Ее партнеры – это были тысячи финансовых институтов по всему миру. Я уверен в том, что, подписав данный меморандум, мы создадим качественно новые условия для развития отношений, как культурных, так и экономических, что положит начало плодотворному сотрудничеству Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Я искренне рад, что нам удалось подписать соглашение о сотрудничестве. Сегодня карту Union Pay уже принимают в 162 странах, еще в 44 налажен выпуск. Через Беларусьбанк мы укрепим экономические отношения и с Беларусью. И это взаимовыгодное сотрудничество. Крупнейший белорусский банк имеет договоры о сотрудничестве более чем с 50 банками Китая. Это дает возможность открывать счета, в том числе в юанях, и финансово поддерживать инвестиционные проекты двух стран, многие из которых будут сосредоточены в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».